Жители города Семилиственниц всегда отличались своей отзывчивостью. Неравнодушные горожане откликнулись и на беду семьи Левченко. Их особенному ребенку, 4-летнему Мише, необходимо дорогостоящее лечение по авторской методике. Мальчик болен тяжелой формой эпилепсии. Пожертвования поступают ежедневно, однако этого пока слишком мало. В гостях у семьи сегодня побывала моя коллега Альмира Новоселова. Мы с одного месяца с Мишиного ездим по всяким городам, по всяким врачам, куда мы только не ездили, сколько бы мы ни проходили реабилитации, допустим, было даже такое, что реабилитация усугубляла его состояние. Вот просто он входил в такой тонус. Мишенька проходил реабилитацию уже, кажется, во всех крупных городах России, даже за ее пределами. Диагноз ДЦП усугубляется приступами эпилепсии. И лечение проходит сложнее, ведь процедуры, назначенные при этих заболеваниях, попросту несовместимы друг с другом. 2 недели назад семья вернулась из Нижнего Новгорода с центра доктора Мышляева. Результаты его работы по авторской методике поразили всех близких. Всего один курс, и Миша уже спит по ночам, набрал почти килограмм веса. После бессонных ночей неизменно. Изменного веса с года – это настоящее чудо, в которое мама особенного малыша поверила и обрела крылья надежды. Она не намерена сдаваться. Екатерина найдет пути, которые приведут ее сына к полноценной жизни. 3 раза в год по курсу, по регламенту нам помогает именно. У них свой регламент, реабилитация не более 28 дней. Нам рекомендовано, все рекомендации, все это есть у нас на руках, проходить по 2 курса сразу, с разницей в 2-3 месяца. Поэтому получается, 1 курс стоит 200 600 рублей. На данный момент с помощью добрых людей мы собрали уже 184 000, и мы смело можем остаться. Слезы благодарности этим людям не дают Кате договорить. Сумму, необходимую на 1 курс лечения, собрали за 2 дня. Теперь Миша в июне поедет сразу на 2 месяца. Один ему оплатил фонд Ямина, второй – Лабытнадзе с добрыми сердцами. А доктор, доказавший делом, что все возможно, вселил надежду в семью. В конце, да, в конце лечения мы опять общались с доктором Мышляевым, и он нам сказал, что Миша очень хорошо поддается лечению, то есть и логопеды говорят, что он языком быстрее начал двигать, поэтому, естественно, начал двигать языком, начал лучше есть. Вот. И он нам вообще сказал, говорит, можно добиться результатов, что он может пойти в школу. Чтобы добиться желаемого результата, нужно пройти 10 курсов реабилитации. В ближайшие 3 года Миша будет жить 2 месяца в городе Семилиственниц, а 2 проводить на реабилитации в Нижнем Новгороде. Конечно, при условии, что хватит финансов. Желающие помочь и вселить веру в сердце Мишиной мамы могут отправлять свои деньги по указанным реквизитам. Альмира Новоселова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».